На приставленных печке винтовках. На приставленных печке винтовках висит одежда. Висит одежда. Поручик и малютка сидят. Сидят перед печкой упоенно, упоенно, поворачиваясь к огню, то боком, то спиной. То боком, то спиной. Малютка внимательно, не отрываясь, внимательно, не отрываясь, смотрит на худую белую спину поручика. Худую белую спину поручика. Тот, что сделает поручик? Тот краснеет и всячески старается не смотреть в сторону малютки. Женский голос. Ах, любовь, ты при луне, травы шелковы косила. Говорили люди мне, что в тебе есть злая сила. Где ты, милый?